Привет, народ! Вот пришла очередная посылочка. И сейчас мы увидим, что там. Ну, так скажу, там амперметр, по идее, должен быть, который на 220 вольт. Вот такая мега китайская посылочка с мега китайскими иероглифами. Digital Panel Meter. Катушка тока. И вот такой вот разъемчик. Так, ну вот он выглядит приблизительно вот так вот. Хочу встроить в щит этого самого не отопления, а, прошу прощения, энергообеспечения на вводе рядом со счетчиком, чтобы сразу визуально контролировать ток. Вот колечко такое токовое с двумя выводами. Сейчас подключим. Секунду. Где-то была тут отверточка у меня. Один контакт. Ага, вот так вот их сначала открутить надо. Не вставляется. Ага. Еще и прикипели немножко. Да, китаец затянул хорошенько там. Вот так вот. Сейчас мы с вами прямо тут, что называется, на коленке. Ну, точнее, будет сказать, на столе, и проверим, как оно действует и как оно в работе. Для этих целей у меня есть вот такая специальная розетка с заменителем, вот таким, куда мы проденем. Так, что тут сказано-то? Да, в принципе, ничего не сказано. На любую из них надеваем. Подключаем. Вторую. В розеточку. Вот. Куда заблаговременно. Ух ты, красота. Включен электрический чайник. Включаем чайник. Один, 7,6 ампера. Не многовато ли для чайника? Так, надеюсь, видно. Не закрываю. Семь и шесть десятых. Ну да. Один чайник всего лишь-то. Видите, насколько много кушает чайник. Так, посмотрим, насколько он тут что пишет. Так. А, ну да, он 2-киловаттный. Тогда все нормально. Ну, в общем-то, вот такая вот приблуда встраивается в щиток. Никаких шунтов, никаких ничего. Вот продели просто провод. И все показания у вас на виду. Единственное, мне всегда
хотелось, чтобы напряжение было зеленым индикатором, а ток красным. Ну, как бы так. А почему-то на всех сайтах это все наоборот. Ну, посмотрим, может быть, удастся перекинуть сами индикаторы. Вот. А так, в принципе, отличный прибор. Ну что ж. Надеюсь, кому-то было полезно. Если кому-то надо, ссылочку оставлю под видео в описании. Там и смотрите, переходите. Ну, кому надо, тот найдет, в принципе. А с вами прощаюсь. До следующих видео. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, дизлайки, кому как что понравилось, описывать в комментариях. До новых видео. Пока-пока.